И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Топ Геймер, и вы все прекрасно знаете, что вышло обновление 0.19.0 в Stand of 2, и сейчас я впервые зайду в эту игру, в это обновление, и сейчас сделаю его краткий обзор, будут мои первые эмоции. Да, я уже посмотрел ролик обзора в интернете, конечно, но надеюсь, что мне все-таки, я хочу это своими глазами увидеть и прочувствовать. Ребят, не забывайте подписываться на канал, вступать в мою телеграм-группу и прожимать колокольчик на канале, чтобы не пропускать дальнейшие видеоролики. Ну и меня встречает на надпись «Дай 5» и готовься раскрасить карты нашим праздничным граффити с 5-летием Stand of 2. То есть бесплатно мне дарят сразу же граффити High 5. То есть типа граффити я прям сразу же, осталось 30 нанесений, то есть я реально могу сразу взять и нанести спокойно 30 штучек в интернете, на стену. В интернете хотел сказать, так, глупости. Очистили полностью историю сообщений, очистили полностью историю матчей. Ну и давайте сейчас мы посмотрим, я посмотрю, какие у нас тут есть награды в Battle Pass. Ага, стикер у нас Jumble 5, ну я думаю вы все, да, все это видели. Но я же просто сейчас своими глазами это сейчас смотрю, просто мне интересно, как это реально выглядит своими глазами. Сколько это стоит? Пас, насколько я знаю, стоит 500 рублей. 500 рублей, ну, в принципе, ну, я не знаю, 30 уровней, и в конце идет, нас ждет всего лишь вот такая вот АВМ-ка. По сути, да, она будет стоить где-то 500 тысяч голды, так что, ну, возможно, это все-таки окупная тема, но тут окуп будет небольшой. И тут, в основном, если ты покупаешь именно стикеры, именно эти граффити, так что, ну, я не буду, наверное, покупать этот пас, а, скорее всего, я куплю 3000 голды специально для того, чтобы открыть новые кейсы, или же сразу купить Dual Daggers, вот эти я хочу себе, я сразу хочу их взять и купить на рынке, когда они потом выйдут. Реально, наверное, это сделаю. Вот этот скин обязательно куплю и куплю вот этот класс, скорее всего, ребят. И чтобы не пропустить это все, прожимайте колокольчик на канале, тогда вы будете в курсе всех новостей. Ну а в телеге публикуются эксклюзивные новости, потом же вступайте, ссылка в описании. Ну я, да, я не застряю ваше внимание на всех этих обзорах скинов, потому что вы все это уже прекрасно видели в обзорах другого ютубера. Вот. Ну а давайте сейчас, чтобы ролик не был таким коротким, давайте сейчас, наверное, я пойду и сыграю. Дайте, пожалуйста, какие-то у нас есть задания. Пойду и сыграю, наверное, в новый, один из новых режимов. У нас тут есть битва снайперов и есть гонка под прицелом. Ну, я честно хрен его знает, потому что со снайперкой я вообще не умею обращаться, честно говоря. Поэтому, ну, давайте, допустим, пойдем в гонку под прицелом. Будет интересно посмотреть и послушать, что этот трек загрузить. Хочу послушать этот трек. Ой-ой-ой, слушай, хорошая-хорошая музыка. Хорошая музыка. Продолжайте рассматривать владение арсенала снайпера. Повышайте уровень и открывайте доступ к новому оружию. Победи снайпера, достигший максимального уровня. Кстати, хочу сейчас проявить граффити, попробовать реально, как эта механика выглядит. Очень интересно. Давай, 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 давай. Зона 5. Зона 5. Ну, вы все это видели, да, в обзорах другого ютубера. Поэтому никаких особых эмоций у меня это тоже не вызывает. Итак, снайперка. Снайперка, снайперка, хорошо. Граффити. А где граффити? А, его надо распаковать, точно, его же надо распаковать, прежде чем это. Я что-то немножко тупой. Ладно, сейчас давайте я распакую это граффити, чтобы применить его на стене, посмотреть, как это выглядит, и сразу же вернусь. Оказывается, граффити у нас оказывается вот здесь, в самом низу, граффити High Five. Вот, можно применить, можно осмотреть. Осталось нанесение 30 штук. Ну, давайте я применю, давайте, потому что, ну, типа, реально, это абсолютно всем игрокам раздали. Поэтому, да, поэтому я применяю. Что это за штучка? А, я могу сейчас определить, где она будет появляться. Ну, давай, допустим, в самую верхнюю. Самую верхнюю ячейку прими, снять, применить. Ага, ага, то есть это вот так вот выглядит, да? Я, конечно, сейчас, ребят, не делаю обзоров всяких вот этих кастомных лобби и так далее, потому что вы все это вы видели. Я хочу сейчас чисто реально поиграть в этот новый режим и понять реально, как он работает. Интересен он или же нет. Ну, для снайперов, да, он будет интересен. Так, ну, все, я вроде применил, да. Ну, давай сейчас пойдем. Подождите, а как это выглядит в настройках, в управлении, в кастомизации? Как он выглядит? Это отдельно клавиш идет или что? А! Реально? Чего? То есть они реально сделали так, что это вместо типа этой хрени? Окей, идем в гонку под прицелом. Поехали, поехали, поехали. Я хочу это прикрепить к граффити и посмотреть, как оно реально крепится. Хочу это посмотреть. Ну, конечно, да, я не буду расходовать его так просто, так часто, но все же хочу реально это сделать хоть один разочек и посмотреть, как это выглядит. Потому что, типа, реально, всего лишь 30 штук использований. Это реально, это ведь донат. Ну, по сути, да, это обнова состоит очень из большого количества донатов. И кейс тебе, и новый нож, и Battle Pass.
Я тут, правда, спичек не завезли в этот раз, но, тем не менее, реально, большое количество донатов они завозят, и контента, по сути, снайперские. Вот кто-то, вот я, например, не играю вообще со снайперскими винтовками, и мне этот режим особо не интересен со снайперками, но, наверное, да, большему количеству комьюнити это интересно. Вот, ребят, чисто пишите в комментариях, нравится ли вам играть с оружием, с прицелом, снайперками и так далее. Профессионально вы умеете на них играть или же нет? Пишите в комментариях, будет очень интересно узнать. Что-то карта у вас долго загружается. Давай, быстрее. Зона 5. Давай. Хочу применить граффити. Давай, ну же. Итак, я хочу посмотреть, как применить граффити. Ага. То есть оно... Оно вот... Ого! Я это сделал, я это прикрепил. Ой, пацанчик. Пацанчик. То есть нужно задержать здесь клавишу, и тогда оно будет вот так вот появляться. Прикольно. Стоп, а если я больше не хочу? Стоп, Ага. Стоп, подожди. То есть это идет как отдельная клавиша? Это идет как отдельная клавиша, типа вот карта? Вот, типа, чат, и вот, типа, я что-то подумал, что оно, типа, вместо какой-то другой хрени. Окей, давайте попытаюсь кого-нибудь убить. В принципе, на этой карте я не гулял еще ни разу. Вообще не знаю, как она выглядит. Наверное, это все-таки железная хрень. Простреливается, как я понимаю, да? Наверное. Ой, что-то у меня как-то слишком, у меня реально сбилась немножко кастомизация. Поэтому, да, поэтому не очень-то я удачно сейчас умею играть. Ну туда, понятно. Я не умею вообще сова пока играть. Не умею. Для чего вообще я ее покупал, я не знаю. Есть контакт. Так, хорошо. Давайте немножко туда поиграю, чтобы ролик не был таким коротким. Чё там простреливаешь? А он что там простреливает? Да ладно. То есть это хрень не простреливается сверху, но простреливается снизу. Давай. Да ё-моё, мой килл застилили. А тут, кстати, за нож тут так же дается или нет? Ё-моё, а тут за нож реально... Нет, то есть за нож оно не повышает левел. То есть, в отличие от гонки вооружений, здесь за нож не повышается левел, а всего лишь... Не знаю, ничего вообще не происходит. О, М40, а что после М40? После М40... Новая анимация на М40, ребята, я не знаю, кто-то это палил или нет, но новая анимация на М40, новая анимация, причем какая-то странная, вы смотрите, она проходит, рука прям сквозь этот, новая анимация на М40. Интересно, кстати, надо проверить другие тоже анимации на другие оружия, потому что что-то реально непонятное. Новую, да, здесь тоже это, перезарядочку в основном изменили, В общем-то, да, Еман, кто у меня? Кто? Есть! Хорош. Вот так вот надо делать, то есть потихонечку вот так вот выцеливать, вот как тот челик снизу. Красавец вообще. Там еще здесь типа босс. Есть контакт. Я не профессионал. Я не умею играть. Опять М40. То есть всего... Типа, все снайперки идут реально. Типа, первый у нас идет там это, вон это. Понятно, я вас понял. Как это режим? Ладно, в принципе, я думаю, дальше смотреть это бессмысленно. Давайте выйдем. И давайте посмотрим тоже во второй режим, который, конечно же, вы уже видели в обзорах другого ютубера и другого блогера. И, ребят, вот прямо сейчас прошу вас написать в комментариях, как вам эта обнова. Я хочу сейчас взглянуть все-таки на кастомизированные эти сервера, как они там, кто-то уже создал, надеюсь, кто-то уже это сделал, кастомизированный лобби. Хоть кто-то же создал. Да, вот они. Но его нельзя называть. Самое странное, что нельзя называть. Они бы хотя бы сделали, типа, чтобы можно было как называть, типа, менять название, типа, этой комнаты, кастомизированных лобби, чтобы люди могли вступать. Но они почему-то этого не сделали. Давай, допустим, обновим и зайдем к какому-нибудь челику. Так можно чисто искать челиков. Настройки. Я не могу менять настройки. Настройки может менять только какой-то чувак. Так, кастомный лобби. Давай попробуем присоединиться к какому-нибудь челику. Вот, допустим, челики, где у нас тут? 9 и 16. 1 хп. Присоединиться. Салам алейкум, ё-моё. Нормально тут собрались челики. Нормально. Ни хрена тут, конечно, люто. Не, это реально люто. Вот чисто...
Да попадается в кастомный матч. Основная цель та же, что и во взятом за основном режиме. Остальное, чего реально? Они тут текст смайлики, а что так, чего? Я не знаю, как это объяснить, но тут какая-то жесть. Основная цель та же, что взятом за основном режиме. Остальное на ваш вкус, веселитесь. Ничего себе. Ну смайлик, они смайлик оставили, разрабы, привет вам. Если вы смотрите этот ролик, ну, смайлик, это, конечно, смешно. Окей, челики, катка какая-то с рандомными челиками. Давайте попробуем присоединиться. Один хп. О, Еман! Еман! Реально, лол, что это такое? Теперь реально можно веселиться. Теперь можно, ребята, вы все в ролике. Вот ваши все айдишки. Вы все в ролике. Вы просто все в ролике, ребята. Ой, жесть. А ведь реально, это же такое веселье. Это же такое веселье. Один хп челлендж, ё-моё. Один хп челлендж, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это хорошо, это реально веселитесь. Ну, в принципе, они правильно реально подобрали описание. Веселитесь, так веселитесь. Давай, хоть кого-нибудь. Эту скорость можно реально поставить. Плюс 500 тысяч миллиардов скоростей. Меня кто-то порезал. Ё-моё! 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 На-на-на-на-на! Не, слушайте, это реально имба. Это реально, слушайте, имба. Это такая имба. Имба. Ой, что вы делаете? Ну, здесь, кстати, гравитация. Что-то какая-то... А, типа, у меня вот прыжок стал более длинный из-за того, что я использовал... Чего? Тут можно сделать бани-хоп! Бани-хоп за мной гонится 5000 миллиардов арабов. Бани-хоп, реально. Смотрите, бани-хоп, ребята. Это жесть. Бани-хоп. Не, слушайте, вот это реально хорошо. Ребят, вот пишите в комментариях, там, я не знаю, сыграем с вами кастомное лобби. Вот он, реально, то есть вернули тот самый бани-хоп. Стоп, подожди, я не умею бани-хопить. Ну, тут реально, по сути, можно это все устраивать. Вот так, по сути, можно устраивать. Так, подожди, а я немножко не умею, да, я разучился то есть, заниматься этим. Но тут можно прям хорошо подобрать эту хрень. Смотрите, скорость моя увеличивается, если я делаю вот так. Если я правильно делаю бани-хоп. Не, ну слушайте, стоп, они добавили... Ну нельзя, они еще не добавили мастерскую. Вот мы ждем, пока они добавят мастерскую, чтобы как раз-таки игроки могли создавать и свои карты в том числе. Тогда вот это кастомное лобби, это будет реально кастомное лобби. Вот такой вот бани-хоп, тогда можно будет как раз-таки строить карты, как в КСК и так далее. Ну то есть, ну слушайте, реально, реально жесть. Ладно, ребята, ну этот ролик можно подводить к концу. Сегодня я сделал обзор обновления 0.19.0 в Stand of 2 и... И надеюсь, вам понравился этот ролик. Если так, не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал с колокольчиком. Ну, а это все. С вами был я, ZTopGamer. Всем удачи. Ой, ё-моё, всем удачи и всем пока. Чувак. Чувак. Всем удачи и всем пока.